Алло. Привет. Я попрошу тебя закончить снимать обо мне эти глупые и наивные видео. С кем я говорю? Это я. Призрачное лицо. Из фильма ужасов «Крик». Да, я угадаю. Ты сейчас у меня в комнате? Нет. В этот раз я не у тебя в комнате. И где же ты? Неважно, где я. Важно, сможешь ли ты ответить на мой вопрос, сыграть в игру. Ты, наверное, хочешь знать, какой мой любимый фильм ужасов? Да. Так вот, какой твой любимый фильм ужаса? Какой мой любимый фильм ужаса? Мне очень нравится «Джиперс Криперс», «Пятница 13-я», «Фредди против Джейсона». Что еще? Ну да, очень страшное кино, хотя это не совсем фильм ужаса, правильно же? Очень страшное кино – это кинопародия на фильмы ужасов, снятые братьями Уайнс. Меня не устраивает твой ответ, поэтому даю тебе последний шанс. Что за шанс? Если ты не ответишь на мой вопрос, ты умрешь. Так вот, кто снял фильм «У холмов есть глаза»? Фильм «У холмов есть глаза» снял Уэс Крейвен в 1977 году. Он же снял фильм «Кошмар на улице Вязов» и срежиссировал фильм «Крик», который изменил жанр слэшер. Это правильный ответ? Это правильный ответ. Похоже, ты будешь жить. Ты хорошо разбираешься в кино. И я слышал, что ты собираешься начать снимать свой веб-сериал. Да. Так вот, я желаю тебе удачи. Еще поговорим. Хорошо, спасибо. Алло. Алло.